и энергичного бита от диджея F-Boy. Это финал. По одному выходу от каждого танцора. Две команды. Один победитель. Погнали! А мы с вами по два выхода, говорят. По два выхода от каждого танцора. Погнали! Да, Максим, начинаем. Thank you.
собственно, вот и мы подошли к финалу этого бэтла. Сейчас мы узнаем, чем же он закончился. Но перед этим давайте подарим свои аплодисменты командам Distortion и Timothy. Это был очень мощный бэтл, потому что было примерно 75 команд. По двойкам это примерно 150 выходов. Это очень много. И из них прошли две команды финала. Это огромный прогресс для каждого танцора. Уважение всем, но так или иначе победила только одна команда. И мы узнаем с вами все вместе. Предлагаю начать отчет с тройки до единицы, чтобы узнать, кто победил. Итак, поехали. 3, 2, 1. И побеждает команда.